Форуму предшествовала выставка продукции и услуг казахстанских товаропроизводителей. Таким образом, предполагалось продемонстрировать потенциал отечественных компаний. Для самих участников это стало еще одной отличной возможностью развития своего бизнеса, в том числе для тех, кто не первый год сотрудничает с АО «СМПС Актобе Мунайгаз». Компания «Актобе Кагазы», к примеру, тоже из их числа. Все эти годы мы являемся поставщиками компании «Актобе Мунайгаз». Они всегда к нам с пониманием относятся, как к местным производителям. Иногда даже посещают наше производство. За эти годы мы в 3-4 раз увеличили объемы производства. Также увеличили количество работников наших. Буквально начинали мы с 3-4 человек, и сейчас у нас уже более 20 человек. Принявшие участие в форуме руководство области и представители Министерства нефти и газа смогли ближе познакомиться с участниками выставки. В ходе беседы высказывались предложения по улучшению тех или иных пунктов сотрудничества между поставщиками и недропользователями. Мы верим, что благодаря тому, что мы усилим наше общение с местными товаропроизводителями, мы будем друг друга лучше знать, и таким образом это будет стимулировать наше совместное сотрудничество. Сотрудничество Казахстана и Китая в нефтегазовой отрасли уже составляет 16 лет. И, конечно же, мы достигли определенных положительных результатов и целей в нашей деятельности. АО «СМПС Актобе Мунайгаз» ежегодно заключает контракты с казахстанскими поставщиками на приобретение целого ряда товаров. Это электроэнергия, ГСМ, химреагенты, бесшовные трубы, трансформаторы, задвижки, вагоны и многое другое. В этом году на финансирование работы, закупку товаров и услуг китайский инвестор выделит 180 миллиардов тенге. В нашем представлении это очень важно, когда первые руководители компаний-недропользователей, непосредственно общаясь, своими руками могут пощупать эту продукцию, посмотреть, оценить. И я думаю, что на базе этого будут даны новые поручения своим исполнителям для того, чтобы работа по казахстанскому содержанию, по продвижению нашей продукции на рынок недропользователей, она получала новое развитие. Во второй половине дня предприниматели смогли пообщаться с организаторами мероприятия и обсудить различные вопросы в форме секционной работы. По завершении мероприятия представители контрактного агентства провели семинар для участников форума. Представители агентства в этот день не только выслушивали все вопросы участников форума, но и дали подробные разъяснения по правилам и требованиям к участникам деятельности по казахстанскому содержанию.